спайка, как у Гилмора. То есть добавляется вот этот переключатель, чтобы состыковывать нековые и бриджевые звукосниматели. И тогда получается, что, например, в положении нек мы можем добавить бридж, либо в положении бридж мы можем добавить нек. То есть вот эти два положения одинаково звучат. Так. И есть, когда выключаешь рубильничек, то работает обычная 5-позиционная переключалка датчиков. То есть вот. Самое интересное, когда мы ставим в положение между датчиков, то получается, что звучат все три. Это вот в этом положении и вот в этом положении, во втором и в четвертом. То есть сейчас работают все три датчика. Вроде все.